Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Сегодня я буду готовить гороховую кашу с картошкой и копченостями. Итак, какие ингредиенты для этого нужны? Ну, для начала мы берем горох любой, или цельный, или рубленый, дробленый, или как он там правильно называется. Вот, пробываем его несколько раз в холодной воде. Засыпаем в кастрюлю, заливаем водой, ставим варить его первым. Вот, пенку я сейчас сниму. Далее будем закидывать картошку, заранее тоже уже нарезанную. Вот она, картошечка. Нарезал я их ее вот такими кусками. Ну и, конечно же, это копчености, то есть в данном случае у меня здесь я покупал свиные хребты, ребра, не знаю, как правильно называется, скорее всего, хребты. Вот я с костей срезаю мясо вот такими пластами, потом я его буду нарезать помельче и засыпать в нашу кастрюлю с кашей. Итак, копчености нарезаны. Ждем, когда горох доварится, засыпаем картошку и копчености, добавляем специи, варим, и готовый продукт можно будет уже употреблять. Вот таким образом выглядят все ингредиенты в одной кастрюле. Тут копчености, горох, картошка. Уже добавил приправы, это красный острый перец, черный перец молотый, копчености, тут все. В общем, теперь остается только ждать готовности, это приблизительно минут 20-30. Вот. Потом можно будет немножко настоять, чтобы она постояла, подышала, отдохнула после варки, и потом можно кушать. Всем приятного аппетита! Ну вот, блюдо готово. Вот так вот выглядит мое приготовление. Сама, пускай будет каша. Горох, картошка, копчености, специи. Добавил немного майонеза. Вот, и полукольцами нарезал солененький огурчик. Всем приятного аппетита!